Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если хоть раз катался на поезде. Эй, привет всем, господа хорошие, с вами, как всегда, Юрыч и Энтони, и сегодня у нас замечательная лего-погоня за поездом. Да, ребята, всем привет, что ж, мы продолжаем возрождать старые рубрики, которые некогда были очень популярны и интересны для зрителей, поэтому пиши в комментариях, что думаешь, дружище, хочешь их больше, и, в принципе, мы сегодня начнем. Антоха уже... Антоха украл поезд. Антоха спамнит что-то электричку, потому что что-то электричка перестала ехать. Понятно. Даже не пришлось догонять. Короче, у меня, смотри, у меня какой-то спортивный такой, знаешь, типа военный багги. Я даже не знаю, что это, но она охереть как прет, и она прикольно мне нравится. Ну давай, попробуй нас догнать. Я не знаю, правда, что это за поезд, но типа электричка какая-то. Не, ну тачка у меня, короче, тебя догонит на изичах. Она очень быстрая, но я тебя троллить буду. Ты смотри, как она прет, охренеть. Не, ну я даже не разгоняюсь, я боюсь вылететь с рельс просто. Ну на танке это норм. Я, короче, ребятам пока на покажу танке? Максималку. Да. На танке, да, это норм. Ну да. Братан, прикинь, она прет. 500 км. Да ладно. 510 максималка, вот она разогналась просто. Бам! Нормально, ты там вылетел. Я подлетел. Она встала на колеса, я возвращаюсь, братан. Все. У тебя был шанс. Блин. А я еду спокойненько пока, чтобы с рельс не сойти. Я, короче, не знаю, как разработчик сделал данную машину, но она гиперустойчивая и очень быстрая, господи. Ты посмотри, как я летаю. Господи, нихера ты летаешь. Это что, мать его, за пустынная, я не знаю, Мазерати, бы. Это самая быстрая машина. Ох, ты твою мать, я хотел рядом пролететь возле тебя. Господи. Охренеть. Здравствуйте, минус пинг. Я на двух колесах ездил после удара, смотри. Да, но ты не забывай, что чтобы меня остановить, тебе нужно меня убить. Твою мать. Но ты проиграл. Да, братан, это тебе не просто полицейский лего-погони. Тут же настоящие террористы на поездах ездят. Где моя машина? Я на машине снова. И все, ты мертвый, куда ты пошел, слышишь? Я на машине, это банда. У тебя машина здесь должна быть. Ее нет, это банда, это все, это новые летят. Писюн газированный. Где ты там? Нюху! Ну все, а ты где? Охренеть, улетел. Я вообще проскакал просто, ты понял, как лягушка. Слушай, с этой тачкой можно снимать все что угодно. На, просто жесть. Она охренеть шустрая, мне нравится. Вообще, надо ее сохранить как-то, чтобы она была под рукой. Блин, ну что ж, ребята, поезд мы сбили, поезд мы остановили, но, к сожалению, нашего бандита пристрелили. Это было печально и неожиданно. Да, ребятки, я пристрелил бандита, я террорист, я пристрелил бандита, все нормально. Блин, ты смотри, как она прет, господи, просто, ребят, лайкос за бешеную табуретку просто пустынную. Охренеть. Ого. Я ямку какую-то нашел здесь. А, я упал со скалы. Все нормально. Я в яме сижу. Все хорошо. Чего, бляха-муха? А! Я такой дичи не видел. У меня машина пока падала, прислонилась к горе, и она едет по горе вниз сама. Нормалёсик. Она просто спустилась. Что за машина? Она по горе под склоном 90 градусов ехала сама. Я даже ничего не жал, она не падала. What the fuck. Короче, ребята, пишите в комментариях, как вы объясните такую ситуевину, а мы с вами продолжаем на новых погонях. Ну что ж, ребята, у нас целый настоящий тепловоз, перевозящий, видимо, золото, потому что смотри, какие контейнеры крутые. Postal Service, вот так вот. Да, по-моему, они у тебя сейчас вышли с рельс, нет? Не знаю, я тогда вот так сделаю. Освобожу, так сказать, плечи от тяжелой ноши. Все золото для нас, вот так. Только вот. Почему-то я, о, удрал. Господи, это опасно, когда сзади несется состав целый на тебя. Да, кстати. Ну а я, в общем, такой, знаешь, пустынный бандюга на багги. Оба. Бандюга, видели мы и такие бандюги. И мы следим бандюг за всеми поездами, которые проходят через нашу, так сказать, пустыню. А что вам надо? Я вам все отдал. Я вижу, да, но нам нужно тебя убить, чтобы не было доказательств, то, что мы преследовали тебя. О нет, у меня дети. Ага. Нихера ты шпаришь, слышишь, у меня багги тебя не догоняет. Он, кстати, под сотку едет, и то я торможу на поворотах. У меня багги по 90 едет. Ахахал. Херово с тебя бандит. Сотка, но я нихера не догоняю, подожди-ка, братышка. Братышка, сам ты братышка. Братышка, ты куда Блин, а он, кстати, довольно-таки неплох. Весьма.
Я бы сказал даже. Хорош, хорош. Ничего, же, мы это прикинь, я просто еду, как бы пожимая на газ. Я еще не, даже не топлю. Если до этого доеду, до моста, я бы сейчас втоплю по прямой. Мне интересно, сколько он выжмет просто тупо. Так, багги, он пыхтит. Багги все, багги максималку свою выжило. Вообще не едет ни хера что-то. Я, короче, тебя на мосту подожду и сейчас втоплю. Не, ну она как бы хорошо держит дорогу, но она не догоняет поезд почему-то. Ну это видишь, поезд довольно-таки мощный за счет того, что, наверное, у него три прицепа было. Так, ну давай, Вин Дизель сейчас тебе покажет, кто на прямой, царь и бог. 1/4 мили, машина против поезда, готов? Погнали, погнали. У меня максималка сотка, господи. Господи, все, я проверяю максималку. Смотри, у нас же этот дым пошел. Да-да-да. Сумасшедший поезд, 150 просто прет. Да ладно, это самый быстрый поезд, который я видел. У меня сотка максимум. Братан, 200. Ни хера себе ты отрываешься, слышат меня. 240, господи. О, я столб проехал, да ладно. Какой стол проехал? А, там, короче, получается, машиниста поезда, перед ними стоит знак. Типа, в этот знак обычно врезаются поезда. Я только что сейчас понял, о чем знак. Знак был, видимо, сбавь скорость, потому что там склон. Охеренно просто. Я просто улетел. Здравствуйте, уважаемый. Джбоньк. Короче, смотри, как делаем. Я восстанавливаю его на базе. Будем считать, что вот этот данный машинист свалил, а ты сейчас попробуешь остановить новый конвой, но я не буду скидывать эти, прицепы. Он намного медленнее ехать должен. Давай попробуем. Так, окей. Но этот поезд, да, нереально догнать на баге на этой. Так охренеть, 200 плюс для поезда, который, кстати, с рельс не сходит напрямую, это шикарно, просто разработчик респектов. Ну, братан, я тебе хочу сказать, что... Они на тебя залезли, эти твои вагоны. Они меня защищают или боятся просто тебя. Но тебя в любом случае... Я даже с вагонами его не догоню. Не догонишь. Мне сейчас сбрасывает скорость на повороте. Блин, ну прикольный поезд вообще. Щикардилось. Да они меня сейчас зацепят, твои вагоны, они у тебя прыгают туда-сюда. Так это этот, отвлекающий маневр. Господи. Скинь. А, я же скинул, алло, блин. А что произошло-то? Я не успел скинуть вагон, и у меня поезд, видимо, чуть-чуть сошел с рельс. А, не сошел. Бип-бип, мазафака. Господи. Ни хера не проедешь больше. На, просто у меня на две машины, на две части машина разлетелась, ты видел? Зачем это было? Я не знаю. Расслоилась просто на две части, вылетела. Дай вылезу, господи, лучше бы я не выходил. Да, это жопа просто, это просто мега-авария какая-то на рельсах. Да, блин, ребят, ну поезд отдельный лайк заслуживает 100%, он очень реально имбовый, потому что раньше, когда мы снимали подобные погони, да, с длинными составами, они вообще не ехали, то есть как бы кое-как. Да. Поэтому, ребятки, не забудьте лайкосик поставить. Ну а мы еще один заездик быстренько замутим. Сейчас красивенький какой-нибудь, классненький. Ой. Братан, я улетел в космос. Я вижу наш мир плоский. Блин. А мой летит персонаж и в руки М-ку взял. И знаешь, как в замедленном темпе так летит с ней. Не, я хорошо лечу, но у нас мир, короче, это просто блин. Который сейчас стирают на моих глазах. Пока, Антоха. Нормально. Господи. Ладно, погнали дальше. Эй, пустынные бандиты просто останавливают поезд как могут. Тормози, падла, да. Что непонятно тебе. Давай. Что-то он какой-то мега медленный. Нихера ты, кстати, как будто на вторую передачу перешел так что. У меня уже четвертая. Я понял. Так, ну ладно, мы садимся на свой такой, короче, джипик. Я даже не знаю, что это. Мне кажется, это Вин Дизель приехал за тобой. Да какой там Вин Дизель? Ты догони еще, ну. Ну, кстати, он довольно-таки неплох. Блин, жалко, что на рельсах нету, в общем-то, это. Воу. Защиты какой-то для поезда. Да, чтобы сразу поезд не слетал с рельс. Братан. А Вин Дизель-то не лох. У него машина нормальная. Тормози. Не. Тормози. Нихера, у тебя, короче, задняя платформа с колесами развернулась на 90 градусов. Ты кому-то слайдишь. Это эпично. Нормально, что? Скользим по рельсам. У тебя передние закрутились, как ты едешь? Тормози, братан, тормози!
Пошел нахер, бандюга сраный. Я знаю, что надо делать. Надо, короче, перекрывать. Надо быстрее вперед ехать, вылазить из машины и просто стрелять по поезду. Господи. Да давай. Ты сейчас разобьешься. Минус два колеса. Господи. Я понял. Пока-пока, ментяра. Блин. Ой, ментяра, бандюга. Ментяра. А может, я бандюга-ментяра. Откуда ты знаешь? А может, и бандюга-ментяра. Блин. А, кстати, джипик довольно-таки прикольный, но он чересчур русский для такой высоты, мне кажется. Ну да, он низковатый для пустынных гонок-то. Так, давай, просто перекрыть поезд. А у меня какое-то что-то написано на поезде, CSX, что-то такое, что это такое? Ну, видимо, контора, на которой ты работаешь, я не знаю. Ой-ой-ой, дрифт прям сделал сейчас. Господи, как я сошел с рельс, что ли, я не пойму. Теперь точно, да. Блин, я что-то не понял сейчас, я еще раньше сошел с рельс, но он как-то у меня скользить начал по ней. Да ладно. Да. Ты Супермен, да? А. Ой. Это что просто? Ну что, ментяра сран? Ой, господи. Что это случилось? Я вот так сейчас сделаю, смотри. Чтоб ты наверняка сдох. Ты по кому стреляешь? Я-то живой. Нет, ты-то живой, а я почему под землей-то? Да, ну ты взорвал мою машину зачем-то. Да? Нормально, слушай. Я-то хорошо, что... Что ты делаешь? Я не пойму. Ты его восстанавливаешь, у тебя поезд взрывается. Господи. А, ну вот. Допустим, мы здесь такие выскакиваем, бам-бам-бам. Не надо, бам-бам-бам. Не надо вот этого. Слушай, бам-бам-бам же был, подожди. Подожди, ты все испортил мне сейчас, слышишь? Я говорю, бам-бам-бам должен быть, а ты мне что говоришь? Я тебе говорю, спи. Да ты что такое делаешь, слышь? У меня улыбка пропала. Надо понимать. Господи, где я почему я под землей черепошку? Господи, не ходи по деталям, дура. Братан! Да я тебя не вижу, блин. Братан! Вот так вот. Понятно. Короче, ребята, вот такая серия. Довольно-таки прикольные тачки сегодня были, кстати. Первая машина, это вообще это отдельная серия 100%. Потому что она какая-то нереально космически прикольная. Да. Короче, ребята, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, хотели бы вы возрождения других старых рубрик. И мы, в принципе, на этой ноте с вами прощаемся. Да, ребятки, всем пока-пока. До скорых встреч.